смене подвели итоги всероссийского образовательного проекта «Город знаний». Участниками смены стали 150 мальчишек и девчонок. Это победители всероссийских конкурсов. В течение 2 недель дети занимались научно-техническим и прикладным творчеством, посетили индивидуальные консультации экспертов и профориентационные модули по профессиям будущего. В программе были увлекательные лекции, полезные мастер-классы и творческие мероприятия. Мальчишки и девчонки презентовали свои проекты, направленные на улучшение экологической обстановки. Также сменовцы представили концепции арт-объектов в рамках проекта макета «Город будущего». Сменовцы посещали занятия электромонтаж, деревообработка на станках ЧПУ, ландшафтный дизайн и многое другое. С помощью полученных знаний каждый отряд построил свой район, и в итоге получился целый город. Здесь ребята собирали его своими руками. Они воплотили свои самые амбициозные планы. Они озеленили этот город, построили сами ландшафтные проекты. И вот то, что они делали это сами, своими руками, это получилось не только вот как проектным воплощением, это еще и огромное командообразование. У нас действительно очень удачная смена. У нас шикарные ребята. И вот сейчас мы видим тот результат, которого мы хотели добиться. Также участники всероссийского образовательного проекта «Город знаний» посадили клумбу «Дружбы регионов» на территории ВДЦ «Смена». Представители каждого региона посадили свое растение в знак дружбы и сотрудничества. На торжественной церемонии закрытия программы дипломы и подарки лучшим участникам смены вручили почетные гости. Руководитель Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» Лариса Пастухова и директор Федерального детского эколого-биологического центра Владимир Мельников. Это, наверное, воспоминание на всю жизнь. Я очень благодарен организаторам. Я бы хотел поблагодарить всех людей, которые помогали мне в этом, своего руководителя эколого-биологического центра Кабардино Балкарии. Моим родителям хотел бы сказать большое спасибо. Уверен, что эта смена пригодится этим ребятам узнать новые компетенции, провести новые навыки для того, чтобы они использовали их в своей жизни, в учебе. Мы очень хотим, чтобы они здесь чего-то научились своему новому, маленькому делу, стали в нем профессионалами. Проект «Город знаний» дал возможность сменовцам многому научиться, подготовиться к выбору будущей профессии и найти новых друзей из разных уголков России. Я научился здесь коммуницировать с людьми, находить компромиссы, слушать людей, это тоже очень важно. Я научился анализировать ситуацию, не торопиться с выводами, вот это очень важно также. И мне вообще эта смена придала просто-напросто хороших знакомых и друзей. Эта смена, это была просто безумно классная, безумно крутая. Ребята просто настолько умеют правильно подойти и подобрать подход каждому человеку. Вожатые просто классные, просто безумно крутые. Организаторы тоже безумно умные и грамотные люди, которые могут грамотно и правильно подобрать мероприятие. Организаторы смены поблагодарили Всероссийский детский центр за помощь в реализации образовательной программы. Мы не первый раз проводим наши образовательные площадки в детском центре «Смена». Это один из любимых наших детских центров, потому что он очень комфортен, он обладает уникальной средой для организации наших образовательных программ. Это город радости и счастья всех детей, причем в любое время года. Летом, осенью, зимой, весной. Можно посмотреть на лица этих детей, это точно подтверждение. Мы очень благодарны Всероссийскому детскому центру «Смена» за гостеприимство, за то, что нам предоставили замечательное помещение, которое очень мобильное и удобное, за ту погоду, вы знаете, за атмосферу, которая здесь была. Нам очень здорово, что наш город знаний приехал именно сюда. Мы надеемся в будущем снова здесь побывать.